Павел Амбар-Сумян, Краснодарский край. И Владислав Муравин, Санкт-Петербург. Первую пару судят. Рефери Романенко. Боковые судьи Даниленко, Шептунов, Аджимуратов, Ищук, Билалов. Внимание, уважаемые тренеры и представители команд, награждение победителей и финалистов будет проводиться через одну пару. Награждение победителей и финалистов будет проводиться через одну пару. Представляем боксеров. Финального боя весовой категории свыше 91 килограмма в красном углу ринга Павел Амбар-Сумян, Краснодарский край. В синем углу ринга Владислав Муравин, Санкт-Петербург. Первый раунд. Давай!
К рингу приглашаются боксеры второй пары весовой категории до 49 килограмм. Даниил Лапин, Республика Крым. Володя Мацаканян, Московская область. Вторую пару судят Дмитрий Белов. Боковые судьи Шестопалова, Першин, Куракин, Арслан Алиев, Румянцев. А в этом бою победу техническим нокаутом в первом раунде одержал и стал победителем 7-й летней спартакиады учащихся России по боксу в супертяжелой весовой категории. Владислав Муравин, Санкт-Петербург. Напомню, награждение победителей и финалистов будет проводиться через одну пару. Уважаемые тренеры, представители команд, будьте внимательны. Рефери следующего боя Белалов, боковые судьи Шестопалова, Першин, Куракин, Арслан Алиев, Румянцев. Рефери первого боя был судья международной категории Андрей Романенко, город Губкин, Белгородская область. В ринге боксеры финальной пары весовой категории до 49 килограмм. В красном углу ринга мастер спорта Даниэль Лапин, Республика Крым. В синем углу ринга кандидат мастера спорта Володя Мнацаканян, Ногинск, Московская область. Первый раунд. Yeah.
Красному Гулида готовится продолжить бой. Даниэль Лапин, Республика Крым, город Симферополь. Даниэль 1997 года рождения. Мастер спорта. Боксом занимается 8 лет. Провел 235 боев на ринге. В 230 вышел победителем. Даниэль Лапин, призер первенства Европы 2012 года, пятикратный победитель первенства Украины. Призер первенства России 2015 года. Постоянно тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Сергея Лапина, который помогает ему в этом бою. Даниэль Лапин, Крым, красный угол. Секунда призовик. Синего Гулинга готовится продолжить бой. Представитель Московской области из Ногинска Володя Внацаканян. Боксер 1998 года рождения. Кандидат мастера спорта. Боксом занимается 6 лет. Представляет общество профсоюзы. Провел 67 боев на ринге, 56 одержал победу. Володя Внацаканян, победитель первенства Центрального федерального округа и победитель спартакиады Центрального федерального округа среди учащихся 2015 года. Его тренеры Байкин, Бирюков, Величко. Володя Внацаканян, Ногинск, синий угол.
Приготовиться боксерам третьей пары из Изместьев, Новосибирская область, Белоусов, Москва. Третью пару судят рефери Галицкий, боковые судьи Першин, Баранов, Петрашко, Румянцев, Панихин, Секунда Тазарик. Финальная пара весовой категории до 52 кг. Денис Изместьев, Новосибирская область, Руслан Белоусов, Москва. Третью пару судят рефери Галицкий, боковые судьи Першин, Баранов, Петрашко, Румянцев, Панихин. Победу по очкам в этом бою одержал и стал победителем 7-й летней спартакиады учащихся России по боксу весовой категории до 49 кг. Боксер Красного Угла Даниэль Лапин, Республика Крым. Для награждения приглашаются Владислав Муравин и Павел Амбарцумян. Thank you.
Награждение боксеров супертяжелой весовой категории проводит заместитель главного судьи соревнований, судья международной категории, заслуженный тренер России, мастер спорта Советского Союза, исполнительный директор Федерации бокса Московской области Ахмед Рагимов. Награждается финалист 7-й летней спартакиады учащихся России по боксу супертяжелой весовой категории Павел Абарцумян, Краснодарский край. Награждается победитель 7-й летней спартакиады учащихся России по боксу весовой категории свыше 91 килограмма Владислав Куравин, Санкт-Петербург. Также поздравляю Владислава и его тренера с выполнением норматива «Мастер спорта России по боксу». Ваши аплодисменты, уважаемые друзья, и фото на память. В этом ринге приготовится третья финальная пара боксеров из категории до 52 килограммов.